Ну вот, друзья, привет, с вами Виталий Харин. И мы сегодня из Девяткина отправляемся в Токсово. Почти целый год мы не выезжали сюда. Вернее, мы здесь были зимой, ездили в Зубрятник или Зубровник, как лучше звучит правильно. Вот. И сейчас мы едем встречать весну, природу, посмотреть, как там сейчас, как сейчас там с зеленью, подышать свежим воздухом. Вот мы приехали в Токсово, мы пошли в лес, и по пути нам попалась вот такая детская площадка. У нас Захар решил сюда зайти, посмотреть. Он увидел автомобили, которые, правда, уже отжили свой век. Они просто так здесь стоят, никому не нужны. Вот такой желтый электрокар. И вот такой спортивный болид. Вот. Они уже не работают. Ни руль, ни сиденье. Ну вот. Стоят, доживают свой век на площадке. Здесь какие-то непонятные силуэты. Самая интересная игрушка — это вантус. Да, Захар? Когда, знаешь, когда ребенок не знает чупа-чупс, да, не да, знает вантус. Это когда-то был чупа-чупс большой такой, да? Ну да, в нем были конфеты. Угу. Ну вот так вот. Больше похоже на мусорку, конечно. Ну так. Дайте! Ура! Давно мы не были на природе, сразу вспомнили те времена, когда мы путешествовали по Юго-Восточной Азии. Гоа, Таиланд. Лаос, Малайзия, Бали. Ну да. И вот мы решили все-таки сейчас поехать летом на юг нашей родины, поехать в Крым, пожить немного там. Посмотреть, на природе. Да, как там на природе. Посмотреть, как мы сможем на природе жить, как нам будет. Немножко отдохнуть от города, отдохнуть от мегаполиса. Да, потому что последний год с лишним мы прожили в Девяткино, вернее в Мурино. И вот эти каменные мешки или каменные джунгли, вот, они немного напрягают. Хотя, конечно, человек привыкает ко всему, но... В какой-то момент ты осознаешь, что нужно что-то менять. Да, что-то менять, ехать на природу. Поэтому мы скоро отправляемся в Крым. Это будет июнь, так что увидимся там.
уехал? Да, он, наверное, уехал. Куда он поехал? Куда? Куда? Ну, логично. Куда ты ездил сегодня? Ну, где машина такси и где гоночка. Она только сломана. Да? Кто сломан? Ну, гоночка. Гоночка? А, да-да-да. Была такая гоночная машина, которая сломана. Да. Ну, а да. Там, ну, конечно, косилка. Косилка? Да, косилка. Понравилась она тебе? Да. Еще что тебе понравилось сегодня? Ну, мне она. Такси. Такси? Да. Такси, а какое? Там